Здравствуйте, я хочу оставить свой отзыв о тренинге «Самогипноз-2». Тренинг показался мне легким, простым и, тем не менее, очень интересным. Больше всего запомнились техники «Вещи и сны», «Золотой клубочек интуиции», «Ответ через пальцы». Еще очень понравилась техника «Поймай ответ перед вопросом». Она мне не далась очень просто, но в какой-то момент она получилась, когда я все-таки отвлеклась. И это меня порадовало. Суть состоит в том, что нужно задать вопрос и отметить про себя, а какая же мысль возникла перед этим. Одно «но» – мысли ваши должны протекать быстро. То есть, если вы думаете медленно, вы просто не успеете уловить, что, о чем вы думали перед тем, как вы задали вопрос. Но у меня мысли пролетают быстро, поэтому я все-таки периодически успеваю ухватывать. «Вещи и сны» – нужно задать себе вопрос перед сном, о чем же. Ну, какой-то вопрос, на какой хочешь получить ответ, и потом запомнить, какой у тебя был сон. Если ответ непонятен во сне, то нужно спросить бессознательно, о чем же она все-таки хотела сказать. Что интересно, еще эту технику можно использовать вне сна, просто, например, разлить чай, например, на блюдце, и спросить, что это значит, что это мне напоминает, что это за знак. Или из карточек выложить узор. Вот мне что интересно, почему-то пришла в голову музыка, которая была ответом на мой вопрос. Еще замечательная техника – ответ через пальцы. Когда пальцы одной руки нужно сомкнуть, например, указательный с большим, крепко-крепко, а указательный второй руки – пытаться это кольцо разорвать. И очень простая техника, очень легкая, но при этом почему-то очень правильная, по крайней мере, у меня. Меня это удивило, простота, но мне это очень понравилось. Техники, конечно, какие-то очень простые. Я уже занималась до этого развитием интуиции по системе Нарбекова, начальный уровень. И что-то мне показалось очень простым. Но оно мне очень понравилось, вот как раз из-за этой простоты. Лишний раз потренироваться всегда хорошо, никогда никому не помешало. Так что рекомендую этот курс как не совсем новичкам, так и продвинутым. Успех гарантирован всем. Всего доброго.